Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу. Примите исходное положение, упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед. Ноги составляют прямую линию. Согните руки и коснитесь грудью пола или платформы. Затем разогните руки и вернитесь в исходное положение. Судья засчитывает количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук.